Оппозиционная фракция «Процветающая Армения» предложила отменить режим военного положения. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, законопроект в ходе заседания Комиссии по вопросам обороны и безопасности представил депутат Арман Абавян. Военное положение не соответствует ситуации в стране и является большим препятствием для всех политических процессов, сказал Абавян, добавив, что сохранение военного положения преследует только политические цели. В частности, это создает препятствие для отставки премьера с правовой точки зрения. Однако Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении не одобрила проект оппозиции об отмене военного положения. Члены комиссии из правящего блока «Мой шаг» свою негативную позицию объяснили тем, что отмена военного положения должна произойти по инициативе исполнительной власти. Напомним, что военное положение в Армении было введено 27 сентября 2020 года в связи с началом контрнаступательной операции азербайджанской армии в ответ на обстрелы ВС Армении, позиции азербайджанских военных и населенных пунктов по различным направлениям на линии соприкосновения. Ранее 26 февраля Совет парламента должен был обсудить предложение оппозиционных депутатов о проведении внеочередного заседания Национального собрания по этому вопросу. Однако заседание не состоялось по причине неявки спикера Арарата Мирзояна и члена фракции «Мой шаг».